Десятки тонн опасных отходов вывезли с полигона «Серебристый» под Красноярском. Как установили в прокуратуре, собственник отправил 7 20-тонных контейнеров с химикатами в неизвестном направлении. При этом утверждалось, что там был сорбент для обезвреживания отходов. В контейнерах обнаружены неустановленные отходы, которые подлежали захоронению. Производится их обследование для определения вида, класса опасности и объема. К проверочным мероприятиям подключены специалисты Центра лабораторного анализа, передвижная лаборатория Министерства экологии края и сторонние независимые организации. Проверочные мероприятия прокуратуры продолжаются. Ситуация находится на личном контроле прокурора края. Напомню, в начале марта стало известно, что полигон выиграл тендер на захоронение ядохимикатов в Березовском районе. Стоимость работ оценивали в 50 миллионов рублей. Ситуацией почти сразу заинтересовались в прокуратуре и Минэкологии. Эту историю под личный контроль взял и губернатор края Александр Ус, а вскоре владельцы земли решили отказаться от контракта.